Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный трешечок. Английский. Ой, тьфу, ты говорю английский. Заигрался уже на английском сервере. Русский роллинг и немецкий пират. Немецкий пиратик, думаю, будет интересный. Поехали, посмотрим. Аккаунт моего подписчика просто чел. Дал свояк. Там паролить. Тут потрешевать на пирате. Поехали, посмотрим. Так, находится он в гильдии. Раша. Вот так вот кидайте заявочки, вступайте, кто играет на этом сервере. Ходим на битву гильдий. Вот так вот. Поехали, посмотрим на аккаунт. Ну, скорее всего, он бездонатный. Ничего тут такого сверхъестественного. Зато есть огник. Все очень просто. Немка и китайка там реально быстро очень собрать огнекрыло. Доната 0. Поехали посмотрим, что у него делается в алтаре ради интереса. Супер. Что сказать? Реально все просто супер. Для бездона. Красавчик. Так, у нас сегодня вот такой вот пират, немецкий пират. Поехали посмотрим, что тут интересного есть. 2 часа у нас осталось. Каменка 8. Неплохо. Вторые сумки лохника. Интересно, сколько у него там осколков еще осталось. Двадцать четыре. По-любому сейчас еще вытащим что-то. Ну ладненько, поехали. Времени не так уж и много. Посмотрим на этого пиратика поближе. Так, вторые сумочки. Это неплохо. Карточка. 30 камней. Ну, 30 камней такое себе. Так. Первые. 20 камешков для прокачки таланта. Обалдеть. Вот это хорошо. Вот это круто. Это считайте плюс 6к вам там дали. Так. Ну а вторая будет сумка или нет? Ну, честно скажу, что-то пират мне на английском поболее нравится, чем здесь. Вот первый наш заходик, ну, такое себе. Я бы не сказал, что особо мега круто. Ну и можно розу словить, мешок. Так. Поехали дальше. Воу, скин. Вот скин, кстати, на башенку, если я не ошибаюсь. Вот она, сумочка, ребят. Все-таки сумки падают. Довольно-таки неплохо. Если сравнивать с русским сервером, то, как видите, можно наловить. Вторая сумка. Не знаю, как часто тут пират этот происходит, но, в принципе, неплохой сервак. Может, мы тут это начнем качать когда-то. В каком-то 2000. Еще скин 50 штук. Отлично. Это радует. Так, и последних 1200. Воу, есть каменка. Отлично. Ну что, поздравляю, в принципе, довольно-таки неплохо, я скажу. Вот оно. Башенку. Немножко подкачали, силушка. Отлично. Такс, что я там еще хотел посмотреть? Сумочку Огника Биден Тык плюс 10. Ну, в принципе, неплохо. И питомцы. Что у него вообще делается в алтаре? Посмотрите, сколько скинов разных. Обалдеть. Без донат, ребят. Посмотрите. Таланты. Бездонатные. Супер. Ну, в принципе, круто. Так, хорошо. Поехали дальше. Поехали на русский сервер. Склос конфликт. Поехали, потрешуем сейчас на русском сервере. Посмотрим, что тут да как. Так, сейчас, секунду. У меня тут идет процесс загрузки для вас видосов. Поэтому сори, ребят.
Хочется все успеть, потому что праздники. Полно дел. Так. Сейчас. Бежим дальше. Так, 44 тысячи самоцветов. Freedom Беларусь. Знакомое, знакомое, знакомое название. Мясокомбинат. Хорошая гильдия. Кидайте заявочки, вступайте. Вот так вот. Честно говоря, удивлен, сагилиец. Не всех я помню, не всех я знаю. Я сейчас не занимаюсь приемом, поэтому, кто хочет вступить, кидайте в телегу заявочки, и по собеседованию вас примут. Главный критерий без донат. Так, ну и, конечно, битва гильдий, пропуск кик. Ну что, поехали, посмотрим, что тут есть, чего тут нет. Фрея, Трифит, Осмо. Ну, в общем, Ведяха, Варжей. Варжей надо вытаскивать однозначно, и Ронина. Поехали. Ща по-любому заролю сагильдийцу. На склад пару мест. Сердцеедка. Рыцарь. Ну, чем не имба? Уже имба роллинг. Бигфут. Так, а ну-ка еще раз, а то я как-то так быстро залетел. Так. Фрейка, фрейка нужна тоже. На сардельке фрейка есть. Ну, надеемся на удачу. Видите, играют. Ай, места нет. Надо будет сейчас посмотреть. Гаргул играет. Тут играют на немецком сервере, в принципе. Ладно, подобавляем места. А, думал уже Фрея. Блин, обломчик. Так, если пришли к нам ангелы, значит, скоро придет к нам имба. Ну! Давай! Вы чё? Капитан Дрейк. Бог грома. Просто, просто, ребят, это русский сервер, топовые герои. Что я могу сказать? Вот это вот, знаете, вот смотришь на вот этот вот аккаунт и смотришь на то, что у него там на немецком. Ну, посмотрите, что нападает. А вот это было круто. Ну что, поздравляю, у тебя есть обалденнейший герой. В зависимости от сборки будет тащить очень-очень и очень. А вот это просто подарок. Землеройка, ребят. Обалдеть. По красоте получилось. Землеройки у него нет. Вообще, битва гильдии будет, если, конечно, хватит у него ресурсов на прокачку, в чем я немножко сомневаюсь, но плюс 2 героя и, в принципе, таких неплохих. Так, Ара. Сноу. Блин, опять фея, ну. Почему не Фрея? Рандомчик. Давай уже. Смерть. Ну, тащи. Паладин. Тащи. Рибет. Так, раз, два, три. Русский сервер. Ну, что я могу сказать? В принципе, два героя для таких героя, скажем так, хороших героя. Землеройка ПВПшный и Махатма ПВПшный, и для фарма тоже очень круто. Поздравляю. Так, у него там есть коробочки. Поехали, откроем их. Надо им баталантик. Рассвещение. Ну, блин, кому поставить первому, знаете, вот
задумался. Поставлю на Махатму. Землеройка, конечно, классная, но... Приговор можно допу. И бум! Огненка. Ну, огненку, я думаю, можно и на Рину поставить. Он уже сам выберет варианты. Фрэнки можно. Если там так, Дрейк, Стрелок. Стрелок с ожогом. В принципе, что-нибудь, почему бы и нет. Так, что тут у нас? Корка. Можно и на Биги поставить. Ну, правда, это придется перекачивать. А кулаки у него есть. Что могу сказать? Поздравляю, в принципе, довольно-таки неплохо получилось. Все очень good. Два героя недостающих. Один из них, конечно, мегаимбовый, это Махатма, показывала вам ее. Ну и землеройка, ПВП-шный герой последний тоже очень обалденный. Если его хорошо прокачать, он будет просто унижать героя. Все, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.